Суд же сохраненная, так называется выставка, которая открылась в Сергиево-Посадском музейном комплексе «Конный двор». Она посвящена народному искусству Суджанского уезда Курского края. Экспозиция является акцией солидарности с жителями оккупированной Курской области. На открытии собрались искусствоведы, представители молодежного парламента, депутаты окружного совета Анна Солдатова, Андрей Саакян и Дмитрий Палагин. Это наша русская традиция, нашей русской культуры. И особенно в момент нашей жизни, который сейчас происходит, хотят русское все убрать, уничтожить, и сейчас это очень ценно сохранить. Есть традиции, память и устои, культура, на которой дальше формируется уже следующее поколение. И если не будет этой памяти, не будет сохранения традиции, не будет передачи этой, можно сказать, информации, этого наследия из поколения в поколение, то... Ну, как правильно сказали, без прошлого нет будущего. Гости выставки познакомились с обширным собранием традиционного русского текстиля и керамики Суджи 19-20 веков. Эти коллекции собрали еще в начале 90-х. Сотрудники музея побывали в Курской области с научной экспедицией и привезли множество интересных экспонатов. Женские сарафаны и мужские рубахи среднерусского типа, пояса и полотенца, расшитые геометрическим орнаментом. Такими узорами куряне украшали одежду вплоть до середины прошлого века. В народных промыслах отражается военная история региона, считает куратор выставки Светлана Горожанина. Они еще несли охрану границ, то есть они были еще и служилыми людьми, воинами. Почему, опять же, неожиданно для меня было, что в полотенцах суджанских фигуры воинов до сих пор продолжают ткать. Изюминкой выставки стала уникальная коллекция народного суджанского мастера Юрия Списивцева. На стеклянных витринах расположились его игрушки из красной глазурованной глины и фигурные сосуды в образах животных и птиц. Художник является нашим современником. Он сохраняет традиции своего народа на протяжении последних десятилетий. Гости познакомились и с образом суджи советского времени. Это удалось благодаря фотографиям, которые присылали через соцсети сами суджане. Мы решили, что стоит поискать в соцсетях фотографов, местных жителей, увлеченных. И мы их очень быстро нашли, а самое главное, что откликнулись моментально и с большой радостью. По фото можно восстановить забытые традиции суджи. Например, был такой свадебный обычай фотографироваться с огромным самоваром. И это богатое место, богатый край с ярмарками, а самовар вот такого огромного размера, это не муляж, это настоящий самовар. Да. Они стояли на торговых площадях и дожили вот до советского времени, до 1970-х годов. И вот эта традиция фото свадебное у самовара, она, в общем-то, выросла естественно. Эта выставка поможет сохранить культурное наследие Курской области и еще раз привлечет внимание к проблеме оккупированных территорий, надеются сотрудники Сергиево-Посадского музея-заповедника.